Battle Beetle Sports Projects. Меня зовут Антон Хангор, и сейчас мы покажем переворот из гарда, так называемый 100% свип. Наша позиция гард, если партнер, например, как в этом случае, упирается руками в нас, мы должны сбить эти руки. Сбиваем в стороны, также притягивая ногами, и выходим на кимуру, раскрывая гард, ставя свою стопу в пол. Выходим на этот захват. Отсюда партнер, например, нас заблокировал, да, мы не смогли вытащить ему руку, он нас заблокировал, и рукой, которая в захвате, выходим под шею. Под шею выходим и продлеваем наше движение. Продлеваем наше движение рукой вперед. И теперь совмещаем захват, забираем, как будто здороваемся. Плотно загружая его голову рукой. Плотный захват. И начинаем уже отсюда мастить в сторону свободной руки, переходя сразу же в маунт. С этой позиции лучше отпустить захват, потому что по многим версиям запрещен полу Нельсон, и это как неразрешенное действие. Еще раз. Сбили руки, вышли на кимуру, перешли под шею, продлили руку, захват, мастим на него, маунт. Сразу же понизить положение, чтобы для лучшего баланса.